Всем привет, я Антоха, вы на канале Я Худею. Сегодня мы приготовим отбивные из куриной грудки. Куриная грудка является диетическим продуктом, но есть одна проблема, это мясо очень сухое. Досмотрев это видео до конца, вы узнаете, как из куриной грудки приготовить сочные, нежные отбивные. Не переключайтесь. Итак, у нас есть две куриные грудки. Теперь нам их надо разделить вдоль волокон на три части, что мы сейчас и сделаем. Теперь нам надо отбить мясо. Для этого мы берем кусок пищевой пленки, может подойти обычный целлофановый пакет, и отбиваем. Теперь мы солим и перчим мясо. Перекладываем мясо в любую емкость, где его можно будет немного замариновать. Теперь берем три достаточно крупных зубка чеснока и выдавливаем их в миску. Теперь наш секретный лайфхак. Для того, чтобы куриные отбивные из грудки получились сочными и нежными, надо после того, как мы их посолили и отбили, поместить их на 1 час в чесночную воду. Как это сделать, смотрите дальше. Чеснок добавляем где-то 100 миллилитров воды. Давайте добавим еще немножко больше, где-то 150, и заливаем куриную грудку. В таком состоянии мы оставляем ее мариноваться минимум на час. Обжаривать наши отбивные из куриной грудки мы будем в кляре, для приготовления которого нам понадобится 2 яйца и 3 столовые ложки муки. Муку высыпаем в тарелку, яйца разбиваем в другую емкость. Яйца венчиком или вилкой перемешиваем до однородности. Мясо из контейнера сначала обваливаем в муке. Мука позволяет запечатать в нем жидкости, влагу эту всю, и затем обмакиваем в яйце, после чего данной манипуляции повторяем со всеми кусками и приступаем к жарке. Итак, мы ставим плиту на огонь, заливаем масло, даем ему нагреться и будем жарить. Так, сковорода нагрелась, выкладываем отбивную. Следом отправляем вторую. Обжариваем с двух сторон. Если есть необходимость, можно затем накрыть крышкой и еще немножко протушить. Но мясо не толстое, это курица, поэтому не вижу в этом смысла. Вы хотите к этим отбивным приготовить замечательный гарнир, то по ссылке там здесь или здесь вы сможете найти рецепт замечательного картофеля по-деревенски. И ставьте нам за него лайк. На этом мы закончили готовить отбивные.
из куриной грудки. Если вам понравился данный рецепт, то ставьте нам лайки, подписывайтесь на канал, и мы будем готовить дальше. А я пошел пока дрессировать эту зверюгу. Да? Всем пока-пока.